Завтра, 1 ноября, в Кызылорде состоится республиканский форум отцов. Форум планируется провести в течение 2 дней. Ожидается участие в нем около 150 делегатов со всей страны. Участники форума посетят достопримечательности региона. Тема 9-го по счету форума «Воспитание начинается с колыбели». Инициатором проведения форума является Республиканский союз отцов. Проводился он в разных городах страны – в Астане и Алматы. В этом году большое ответственное мероприятие принимает Кызылорда. Цель форума – популяризация и формирование новых подходов развития института отцов, укрепление семейных ценностей и воспитание подрастающего поколения. Также в рамках форума будет уточнен план работы на следующий год.